Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Тубро, Бульбазавр, Илья, как всегда, очень много классных подписчиков. Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой Бенди выдержит это?». Будем издеваться, сверлить, давить, пилить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, пацаны, давайте будем смотреть, как убивает обычного челика, а потом, как убивает Бенди. Моментально. Размазываю его, курит. Так, нажимайте еще разок. А, надо подождать, он сам поднимется. Сейчас. Вот. Так, нажимай. Не убило, пацаны, не убило. Знаете почему? Потому что у меня 80 тысяч жизней. Этот пресс отнимает 24 тысяч жизней. Еще разок. Так, давай сверло. Нажимай. Просто моментально. Ой-ой-ой, прям до упора. Сейчас я подойду. Посмотрим, может это вынесет сразу меня. Так громко. Ну, давай, нажимай. Нет, нет, очень мало жизни отнимает. Так, давайте сюда. Тут я точно умру. Ну, не, пацаны, очень долго, неинтересно. Давайте молот, молот надо физганом. Так, отодвигай его. Зачем ломать? О, маловато жизни выносит, маловато. Тогда, конечно, я взял очень имбового челика. Так, давай, нажимай. Нажимай. Пацаны, надо, чтобы кто-то один нажимал, потому что его сильно много. Ого, меня откинуло. Куда полетел? Еще разок. Что-то не засасывает. Пацаны, ну отнимает где-то по 800 хп. Фигня какая-то слабая. Так, это что у нас? Молот. Давай я встаю. Лупаш. Так, давайте сюда. Это у нас что? Миксер. О, музычка стрёмная. Я забыл, что пробел не работает здесь. А, просто дамажит и ничего. Ладно, давайте уже умру и возьмем кого-то, у кого поменьше жизней. Ой. А, пацаны, это, конечно, бессмысленно. 100 хп. Почему? Ну, не знаю, мне весело. Я, ладно, я вылечу. Можно тут? Давайте я спаун поставлю сюда. Прикольно получается, пацаны умирают, я не спешу никуда. Отлично. Так. Давайте лазер. У меня осталось 9800, может лазер меня убьет. Ну добиваю же. Блин, вообще какую-то писюльку отнимает, у меня бронированный. Давайте сюда. Все, прощайте. Надеюсь, это что-то будет интересное. О, пресс. Пацаны, 9000 жизней. Надеюсь, пресс раздавит меня моментально, не вылечу вверх. Пресс не может меня... О, смотри, приподнимает. Очень медленно тратится жизни, пацаны. 7000 жизней. Иди сюда, Дима. Так. Давайте пила. Ну, о, убила. Вот пила хорошо дамажит, пацаны. Прям мощно. Так, 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 так. Сейчас, подождите. О, 250 жизней. Вот с этим будет интересно. Иду. Где ты? Вот он я. Во-во-во. О, погнали. Давай я его убью, этого челика. Ну, а, отошел, щенок. Так, я там, пацаны. И что? Пацаны, что-то не сработало. Просрало, да? А, надо мне кнопку нажать. Я нажал. Все, я ушел. Ого, жизни быстро тратится. Отлично. Мощь. Вот так. Мне. Давайте этого. Пошли. Куда? Тут вас очень много. Так, тут я прыгал? Я прыгал. Прыгаю. Вот он едет, Димас. Я иду, я иду. На миксер давайте. Пошел отсюда. По башке ему битой дал. Ой-ой-ой-ой-ой. Моментальная смерть, пацаны. Зажало. Вот это классная штуковина, мне нравится. Пошли за мной. Я спецназовец, пошли за мной. Спецназовец, идем. Во, что это за комната? Я уже забыл, мы так давно записывали этот режим. Давай, я зашел. Я зашел. А, ну нет, ну неинтересно, у меня очень много жизни. Давайте возьмем у кого поменьше. Во, 50 жизней, нажимай.
Давай. Отлично. Так, катапульта у нас вот здесь вот. Я на катапульте. Так. Подожди. Я держу. Есть, я залез. Ого, а чё оно так сразу дамажит резко? О, пушка есть. 25 тысяч жизни, давай на нем проверим. А ну давай еще разок, заряжай. Пушку давай. Два катапульта еще. Хочу проверить, 25 тысяч жизни вынесет или нет. Ой, стой. Все, давай. Нет, 5 тысяч жизни, 4 тысячи. Очень интересно, я лечу куда-то. Ой, за карты улетел. Ладно, давайте возвращаемся. Лупаш. Ой, что-то это кабака. А вообще ничего не вынесло. Ничего. Странно. Пушка немножко этот... Странно стала работать, потому что крышку вот сдвинули. Что-то не получается, да, пацаны? Так, что у нас тут еще есть? У нас есть падение с большой высоты на доме. Машины. И все. Короче, ребята, я прыгаю с высока. Можно сразу в миксер, кстати. Нет, это мгновенная смерть. Вот этого я не знал. Давайте возьмем другого. 800 тысяч, 250. Так. Погнали. Дима, ты знаешь, что здесь есть лифт? Да, я знаю. Но на В быстрее, чем на лифте. Во. Так, 250 жизни тоже выносит. Давайте возьмем кого нормально жизни. Как-то долго. 12 тысяч. 50 тысяч. 100 тысяч. Во, 60, нет, 60 тысяч тоже много. 50 тысяч. Давайте проверим, сколько же с такой высоты выносит. 49. 300 жизни, да? Нет, 1 тысяча. Как ты летаешь? Так, сейчас попробую в миксер запрыгнуть. Полет в миксер. Ой, красиво получилось. Ого, как сверлит по кишкам. Вот это прикольно, кстати, лупаш это. Откуда-то лифт шумит. Это вы, пацаны, катаетесь на лифте? Я тоже хочу прокатиться. Где лифт? Вот, давайте проверим. Лифт там меня привалит. У этих вообще так жизни много. Вот 250 жизни придавит и убьет. Надеюсь. Пацаны, давайте, вставайте, кто не сыт. Ой, убила. Тут, знаешь, еще придавление лифта есть. Давайте, все в лифт, да, побежали? Так, заходим все. Он потянет? Там же вроде Ой, не успел. А что за дерьмо, я умер. Короче, лечу я наверх. Так, пацаны. Давайте протестим чужого. Мы его никогда не тестили. 1000 жизней, погнали. Я умер. Нет, ты умрем. Нет. Чужой может падать с большой высоты, 0 урона. Представляешь? Бессмертный. Да, с большой высоты, да. Давайте попробуем прямо в эту. Прыгнуть кабаку. Так. Полетели. Ой, отлично, попадаю. Мгновенная смерть. Х2. Так, ну давайте еще чужого попробуем придавить. Дави. Ого. Чужой получается очень слабый. Фига себе. Так, а что у нас тут? Да вот. О, нажимайте рубильник. Сейчас, стой. Не убил, не убил. Надо вот сюда вот так встать. Сейчас. О, нажимай. Офигеть, разрубала чужого по красоте. Молодец, можешь. Давайте проверим, если я закину маленькую бомбочку сюда. Ой. Ого. Да, сработало. Красиво, да, я выкинула? Я знаю, знаешь, какие еще ловушки тут есть? Тут есть ловушка, чтоб машина сбила. Поезд. А ну давай, нажимай. Поезд. Погнала. Так, крутит, вертит. А чё они не умирают? О, погнал.
А меня? Ну, не пущу. Не? Ой, ой, что-то отвалилось. Че вы, пацаны, делаете? Убила. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.